Когда мне дали песню Ирины Аллегровой «Транзитный пассажир», мне стало плохо. Потому что петь перед Ириной Санной эту песню, мне кажется, можно сквозь землю провалиться. Это было очень ответственно, и ей понравилось. Я хочу спеть ее для вас. Она мне очень близка, и я думаю, что многим из вас тоже.